Доброе утро, прекрасная Бухара! Родные мои, дорогие мои, сегодня я вам покажу, как местные жители в Бухаре собираются для того, чтобы украшать свой город, озеленять, украшать. Ну, в общем, сейчас вы все это увидите сами своими глазами. Я тоже приехала для того, чтобы принять участие в данной акции. Вот, друзья мои, вы помните, что вы у меня самые лучшие. Я вам желаю прекрасного дня. Все, друзья, давайте вперед смотреть. Ну, друзья, раз мы с вами приехали в Бухару, я узнала, что здесь сегодня проходит акция. Узнала, что у нас здесь проходит сегодня акция, на которой люди сажают деревья. И, конечно же, мы этого не могли пропустить с вами. Выглядит все так. Вот здесь подъехал. Ой-ой-ой! Сейчас я вам еще покажу интересные вещи. Так, ну, народу, в принципе, собралось очень много. А вот здесь идет раздача дерева. Люди прям по очередях стоят. Так, ну вот, людей очень много в очередях. Кто стоит за деревьями? Поддержали, теперь они уходят от нас, но это нам не мешает наблюдать за процессом деревьев, что их как переносят с грузом. О, тут вообще серьезное дерево уже на подходе у нас, друзья. А, там внутри все посерьезнее деревья. Оказывается, организатор этого мероприятия, она говорит, что раньше вы проводили в Ташкенте, да, это все? А вас как зовут? Кузаль. Как? Кузаль. Кузаль. Кузаль, папа. Так будет правильно? Вот. И это первый год, да, будет здесь проходить? Вот то, что вы... Нет, мы уже проводили две акции, отменили ансамбль «Арк». Это в этом году было две акции? В прошлом году. В прошлом? В ноябре. Отменили ансамбль «Арк» и отменили «Пушка-пушер». А в этом году это будет последняя акция? В этом году это первая акция. А всего сколько будет? Давайте уже там было ничем сказать, сразу же. Да? Отлично. Ну, в общем, вот так вот, друзья, прекрасно. Мы встретились здесь сразу и организаторы. Ну, друзья, вот обратите внимание, что у нас разгрузка еще до сих пор не заканчивается. Сейчас я покажу, какое количество осталось вон там. Там еще много? Я же вам говорю, то, что здесь очень много. Пока тут стояла... Те чупа-чупсами называла. Тут, видите, уже посерьезнее принесли чупа-чупсы, жёлтенькие. Мой объем работы готовят, судя по всему. Друзья, какую я тут лопату интересную видела. Она уже приспособлена под копание и вытаскивание ямы. А, это только у него такая, значит, он самый хитрый. У всех нормальные лопаты. Сейчас мы тоже попробуем. Вообще молодцы! Смотри, дерево посадили сами. Ой-ой! Меня возьмет свою команду? Маленькие эколы. А, слышь команду? Да. Так, ну, в общем, на одно дерево один мешок почвы смесь. О, здесь, смотри, уже этот прикопали. Все, надо идти дерево сажать. Ну, друзья, у нас здесь и Бухара телевидение, да, присутствует. Ой, боже, здесь интервью берут. Вы просите у меня смени аппаратуру, туда-сюда хотите. Я пока всех отвлеку и натырю здесь себе аппаратуру, микрофоном. Нам надо, друзья, выбирайте теперь или нет. А вот это, мне кажется, надо, да, нам? Кто отметит, знаете что? Что не то, что каждый сам себе подошел, по мешку взял, а люди прям берут и выкладывают сначала все для удобства людей.
То есть мужчины сначала все это выгружают. Я себе несу один мешок. Где мы сажаем? Тут? О, этот мешок надо перемешать со всей землей. И закапывать. Потом перемешать, потом еще сверху белый мешок. Пол мешка вроде. Нет, вот эту. Надо же, купи. Опилки, да, держи? Да. Чтобы влагу держали, да?
скорее всего. Я заметил. Что, буду. Дже будет первое. И у нас получается дерево кэш. Друзья, ну, отлично. Спасибо ребятам за то, что дали мне поучаствовать в процессе. Все, всем хорошего дня. Пока-пока. Вот наша марка. Кэш, это вот те, кто принимал в этом участие. Ну и, конечно же, друзья, я, но меня вы помните. Так, ну, друзья, вот хочу вам немножечко показать подготовку к пятничному намазу. Время у нас сейчас около 12, по-моему, 11:30, если я не ошибаюсь. Сейчас подойду поближе, и вы все увидите. Вот, друзья, если обратим внимание, у нас здесь, получается, лежат ковры, и в этой стороне. А, так как здесь женщин нет, я ближе подходить не буду, но голова у меня в любом случае сегодня покрыта. И вот так вот расстилаются ковры. Вот ребята берут. Все застилается по периметру. Здесь поближе будут зеленые ковры. А здесь у нас уже идут красные. А, вот, понесли. Ковер уехал. Так сейчас застелится вся площадь. Ну все, друзья, я больше здесь не буду стоять, чтобы никого не смущать. И это правильно. До свидания. Дорогу мы переходим вот так вот. А, можно переходить. Он до сих пор здесь руководят. Интересно, когда он станет рукой махать? О! Нет. Ой. Я просто боюсь, но. Он, видимо, сам автолюбитель. Вот, смотрите, все работают слаженно до следующего светофора. Так, все, я перебегаю дорогу. Там все решается. А я иду. Я иду, кстати, мне только что опять узнал таксист. Я иду к Чугунку. И сейчас мы будем пробовать бухарский плов. Ассаламу алейкум. Открыли, я пробую. О, о, о. Плов. Вот, друзья, наш плов выглядит так. Сейчас мы все это распробуем. А, кстати, морковка уже по-другому здесь нарезана. Нас здесь встречают уже. Ой, как любезно нас друзья здесь встречают. Она такая хорошая, я не могу. Она угадывает все мои желания. Чай болсын, тига болсын. Все угадала. Рахмат, хош келесі. Рахмат, бигзур, хазыр. Бэтра верила, че хазыр? До сих пор свистит. Ну, в общем, так, мы договорились, что он без меня не положит. Где наш ошпас? Друзья, ну хочу сказать то, что вот такие чугунки у них медные. Ну, сразу отличие от Самарканда, Ташкента, ну, где я видела плов. Сейчас посмотрим, на чем подогревается. Я как кот возле сметаны вокруг казанка хожу. Здесь тоже газ. Ты что, до меня карета доехала, а принца нет?
Эх, эх, самой придется унести эту карету домой. Так, ну все, наш Ошпас идет. Красивый Таваклар. И сейчас нам положат плова. Азан башан, да, ага. Две порции. Хватит морковки? Хватит. Морковки хватит. Все, все. Мясо поставим сейчас вниз. Друзья, просто стоит аромат. Это не передать. Жаль, что камера не передает ароматы. Ну, я думаю, что это выглядит настолько аппетитно, что вы меня понимаете. Вот мясо. Еще мясо. Хватит мяса. Хватит. Вот видите, а вы мне все говорите, хватит есть, хватит есть. А меня спрашивают, тебе хватит мяса или еще добавить? А, красоту делают бедонашками. Тухум бедонашки. Видите, какой пар стоит. Давай, друзья, бегом кушать. Нас провожают прям к столу. Вот, прям к столу. Стол уже... Ой, вы уже все приготовили? Рахмат, сізге бекзур. Сізге де рахмат. Все, друзья, скорее к столу. А сіздің есімі гасничек? Как вас зовут? Озада. Озада апа. Вот, это Озада апа. Хорошая женщина. Я рада. Друзья мои, ну что, всем доброго обеда. Я приступаю. Я приступаю к дегустации. Минем бля наши сызму? Обед кал красен на минем бля? Йо-йо-йо. А что обед кал? Обедать надо? Так, ну что, я первый раз буду пробовать бухарский плов. Как сказать, отличие... Не, ну, отличие сразу, это, конечно, казан отличается. Мисс казан. М? Мисс казан? Да. Вот, теперь будем пробовать. Рис как полуготовность. Рис очень... М? Детский плов. Детский плов называется? Да. Да? Ну, рис как этот. Полуготовность, как альдента почти. Сейчас мы попробуем, где морковка, где горошек. Плов изумительный. Изумительный. Он не жирный. Здесь изюм, горошек, все есть. Друзья, очень вкусный плов. Давайте мясо попробуем. Мне прям нравится. Мне кажется, скоро вы услышите вот этот стук. Сейчас плов заканчивается ложкой. Я его очень быстро доем. Еще хочу еще раз напомнить о том, что в Бухаре прекрасные вот такие лепешки. Ой, они прям хрустят. Называется фатыр. Фатыр? Ну, вот, друзья, вот это фатыр. Очень вкусные лепешки. Я первый раз попробовала. Вот, ну, в общем, про эти лепешки могу сказать то, что это нереально вкусные. Камаварные апады. Ма. Сыс? Да. А, это очень... Вы представляете, она делает лепешки, это очень вкусно. Я целую ваши руки. Рахмат. Это просто вот... Гапью. Рахмат. Зур лепешка. Прям фатыр, айма. Очень вкусные, ребята, очень. Я обязательно постараюсь их привезти в Россию или ее. Это очень вкусно. Ну все, друзья мои, приятного аппетита. Дальше все увидите сами. Покачать ради. За сосакиски. Ага. За стол мы заплатили 90 тысяч. Сумма это получается почти 600 рублей на наши русские рубли. Вот Рахмат Бекзур, там был Рахмат. Ай, дыры-дыры-дала, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ой, это чтобы избежать авторских прав. Тут должна была быть очень веселая музыка, но так как авторские права, тут будет просто как пою я. Тыр-тыр-тыр. Сізге бекзур, бик тәмді сізді болды, бик мені ұшады. Ой, вообще, я рада, что я с вами познакомилась. Яна келіңдер. Ай, келім. Кеш келетсіз. Рахмат, бекзур. Сау болды. Мәлі, сау болды.
где просто немного не будет небольшой кусочек для базара караван. Тут все о золоте. Вот если вот так смотреть. Сейчас я пройдусь по рядам. С учетом, что я фанат золота, я думаю, что мне здесь очень понравится. Просто тьма. Интересно, прям реальное золото? Ну да. Друзья, чего только нет. Серебро. Сарик. О, тут вообще тьма прям. А, это рай. Просто для девушек рай. Так, ну, могу остановиться, что-то показать. Вот так вот. Сарик. Ну, друзья, что хочу сказать. Грамм золота здесь стоит от 400, ну, от 40 долларов. Давайте буду считать так за изделие. Рынок большой. Ну, в общем, я его покидаю сейчас. Вот всякие блестюшечки, чего только нету. Изделия. Все, друзья, уходим. Цену мы, главное, узнали, что от 40 долларов. Так, ну все, друзья, я хочу подвести свой итог дня. Дерево я посадила. Горшок я в Самарканде слепила. Сына родим, и все будет хорошо. Ну, в общем, мне понравилось то, что я приняла участие в этой акции. И когда-нибудь через много лет, когда я вернусь в Бухару, я приеду, и на этом дереве будет написано кэш. Кэш, да, наша фишка. Ну все, друзья, спасибо вам большое, что вы со мной. До новых встреч. Пока-пока.